Здравствуйте, зрители, подписчики моего канала, Дмитрий у микрофона, и мы продолжаем играть в Wargame Red Dragon. Я попытаюсь говорить поближе, потому что, как говорил, я заболел. И меня было, я как видел в прошлой серии, мне было очень тихо слышно. Так, можно даже закрепить здесь самолет. Давайте я закреплю здесь самолет, думаю, мы отступать не будем. Так, по разведке. Это что, Су-100 у нас? Сколько у него? 15 очков. Вот, можно разместить эти части боевые. И эти боевые части сюда. Потом мы разменяем их. Или давайте вот так сейчас сделаем сухопутные войска. Артиллерию. Артиллерия, где у нас, блин? Вот тут. Она не успеет за столько ходов. Давайте артиллерию обязательно. Сразу артиллерию сюда кинем. И пехоту. Пехоты у нас мало здесь в находке. Давайте откроем находку сразу. Так, находка, что у нас? У ребят остались... У противника осталось это 80А, 6 штук. Вот мы с ним как раз должны работать. Вот со Тунгусской у нас будут проблемы. Вот видите, у него есть фугасные управляемые ракеты против самолетов и против вертолетов. А Бирюза, ну Бирюза более слабенькая, но все же по вертолетам почти 3 километра она валит. Также есть у них ВДВ войска. Так. ВМФ, спецназ ВМФ и Ту-62 огнеметный танк, который нам тогда делал проблемы в городах. Так, у нас что? У нас Панкхаи эти против вертолета. У них, кстати, есть вертолеты какие-то. У них эти К есть 3 штуки. И один Ми-2. По самолетах у них ничего нету с самолетов, потому нам нужно делать уклон на танки. Так, дельта ничья осталась. Вот, только большой камень осталось нам только защитить. Так, посмотрим. У нас есть ЮВ-304. Это снаряды. Минометы. 82 мм минометы. Так, у нас есть еще Махо. 18 штук. ЗТЗ-59-1. 25 штук. ПТ. Ну, ПТ, как мы знаем, их 4. И ТО-55. У нас было 6, осталось 2. Так, у нас много командных юнитов. Кстати, можем Чомахо даже использовать как командный юнит. У него бронебойность хорошая. Чумоход СВ. А какие у нас бронебойность у этих ребят? Бронебойность 13. 13 и 10. 13 и 10. А тут тоже 13. Ну. Против К нужно что-то нам предоставить. У них 4К. У них 7К. 7 вертолетов и 1 разведывательный вертолет. Так, у нас есть что-то по разведке. Разведка. Ну, разведка у нас 2 вертолета. Это хорошо. Так, хорошо, начинаем, ребята. Так, идет сохранение. Главное нам удержать там не на юге, а как это? Нет, на юге. Мы должны как раз удержать оборону. А вот тут будет немного легче. Посмотрите, у них 1900 очков. Так, у нас есть разведка. Ми-карго. Так, Ми-2D, Ми-карго. Карго, боеприпасы 1000 литров, а тут 800 литров. Ну, он тоже такой бесполезный. Так, Жибан. Сила 5 у них. Так, поддержка пехоты. Посмотрим, что у нас по пехоте. А, мы же новую пехоту тогда вызвали. Вот эти хорошие противотанковые войска. У них какая подготовка? Хорошие бойцы. Вот эти уже меньше. Ну, нужны нам. Так, ЗБД. ЗБД, кстати, можно использовать как поддержку нашей пехоте. Так, поддержка. Поддержка, по поддержке у нас будут вот эти 4 ребят. 4 ребят, то есть. В Панкхае у них нету вертолетов, потому можно и... Панкхае или Бардем стрела. Это элитные ребята, это ветераны, их меньше. Давайте этих ребят поставим. По танкам. Танков у них 6 штук. То есть, даже не 6, у них еще вроде 4 были огнеметные танки. Так, один ЗТЗ, можно даже сюда поставить. Также вот так поставим Чомахо и 4 ЗТЗ вот сюда, элитных вроде, опытных. Так, дальше что у нас здесь? Ми будет где-то тут. Ничего мы не забыли? А нет, забыли, посмотрите. Вот тут мы забыли. Так, есть ли вражеский... Танки пойдут сюда.
Вот так мы должны прикрыть как раз фланг. Так, разведка. По разведке у нас будет вертолет разведленный. Так. Сразу своих выгружаем. Выгрузка. Так. Так. Как и ожидалось, они будут здесь. Так, бирюза. Так, 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 так. Отступайте, ребята. Так, БМД. Давайте сюда наших ребят пошлем. Так, 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 что они, интересно, будут делать? Так, 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 так. Ой, назад, назад, назад. Ой-ой-ой, твою мать. Нужна еще одна разведка. Так, они нам делают удар по флангу. Чё, махо, нужно в эту сторону. Так, стоп. Так, подбили их само... вертолет. Опять, есть. Прямо с десантом. Уничтожили его. Так. Сразу огонь. Так, боевая машина десанта тут. Ну, мы ее легко уничтожаем. Так, нужно отсюда кидать. Минометы. Смотрите, наши ребята как хорошо справляются. Так, как-то они сюда бьют, но попадают вражеских ребят. Так, ВДВ. Ну, панкхаи хорошо работают по целям. Так, чемаху уже выдвигаются. Так, ЗТЗ, ЗТЗ почему-то тут стоит. Так, выгрузка, ребят. И сразу этих сюда, ставим этих сюда. Так, карга, нужно снабжение. 4 карга сюда поставим. Этих ребят уже мало снарядов. Смотрите, БМД. Просто боевая машина десант какая-то здесь бесполезная. Да, у них хорошие пушки. 73 миллиметра. Ну, это не хорошие пушки, но, знаете, хотя бы что-то. Там не 30 миллиметров, не 12 миллиметров. Так, панкхай и чумахо. Так. Так, так, так. Вот, ТО-62 идут. Вот с ними будут как раз проблемы. Сейчас они как огонь не дадут. Дадут прикурить, то есть. Так. Так, ЗБД что-то пытаются им противопоставить. Ну, им это удается. Это более-менее нормально как раз. Так, минометы. Минометы должны делать удары сюда, по пехоте. Так, и пехота еще должна. Вот, 4 пехоты. Вот-вот-вот, видите? ВДВ просто накрыли мы. Так. Огонь. Так, ребята ушли с точки. ВДВ не знают, что делать. У них большие проблемы. Так, а вторые? О, К-29. Так, нам нужна поддержка, все же эти ветераны. Так, К имеет хорошее вооружение. Так, панкхая. Панкхая. Сюда, ребята. Так, бирюза там едет. Все, есть, уничтожили ВДВ. Так, проблем с ними не будет больше. Пока что. Ну, тут еще едут они, ну. Мы с них очки все высосим. Так, ладно. Так, вот К там. Все, можем его, кстати, сбивать. Все, есть, сбили. Ми. Так, главное зарядиться сейчас. Все, у них опять много боеприпасов. Они восстановились. Теперь они могут атаковать бирюзу. Так, стрела. Вот стрела может быть у нас как разветвленный как раз. Пилотница разветвленная. Так, сейчас по бирюзе как начнем от... стрелять. Кстати, мне нравятся очень минометы. Я их считал бесполезными в этой игре. Как, ну, когда начинал играть. Я их почти не использовал. Ох, посмотрите. Это минометы, которые стреляют осколочно-фугасными снарядами. Так, опять. Так, все, вертолет опять, мы их не сбили.
Так, стрелу можно уже отвести. Также танки ЗТЗ. Сюда нужно их подвести. Блин, ЗТЗ уже мало штук осталось. Так. Опять. Просто не нужно прерывать огонь. И пытаться по березе нанести как можно больше урона. Жалко, что у нас нету поддержки достойной, только, ну, с артиллерией только это у нас. Ну вот мы попали так, нам придется еще один залп делать. Нет, не придется. Так, что у нас по разведке? Вот Ми, разведленный как раз приехал. Прилетел, но он уже давно прилетел, я его просто не использовал. Дебил, что сказать. Так, ЗБД, там 4 ЗБД у нас, можно как раз их в разведку отправить. ЗБД-86, и тут ЗБД-86, вот. Так, Тунгуска. Вот, с Тунгуска сейчас будут проблемы. Не-не-не, возвращайтесь, возвращайтесь. Тунгуска далеко стреляет. Так. Вне досягаемости. Ну, можно вот так их кинуть. Так. Ой-ой, вы куда, ребят? Не, вы оставайтесь. Сильную пехоту мы как раз начали использовать. Тогда у нас пехоты не было, а... Так. Пехоты у нас как раз не было. Это дело большие проблемы. Если у нас было бы много пехоты, мы ее могли бы разменивать на вражеские танки. Видите, если бы у нас были эти танки Шангчжоу. Ну вот, с этими Type 78RR, которые 82 мм имеют. Калибр... Так, Чарли. Попытаемся сейчас выкурить их с точки Чарли. Давайте быстрый марш, ребята, сделаем. Так, также UV-8. О, UV-304. Выкинем его вперед. Так. Ну, там еще их не танки остались. Это будут некие потери. Может вызвать некие потери нам. Вот, К-29. Панкхай. Так. Быстрый марш, ребята. Так, это уже проблема. Так, вне зоны видимости. Так, назад. Надеюсь, мы сейчас их догоним. Так, сейчас мы их достанем, давайте. Опа. Стоп. Удачно. Есть. Так, ЗБД у нас осталось 3 штуки. Вот там БТР. Так, Т-80. Так, БМД. Давайте. Ребята, я вас верю. Ну, если мы спину сейчас БМВ, БМД и БТРом зайдем, будет все лучше сказываться. Так. Так, назад. Ой-ой-ой, и вы, ребята, назад. Твою мать. Там Т-80, а. Так, что не задумали. Так, ну они не пробивают Т-80. Они еще мимо стреляют. Почему ракеты они не используют? Ну, конечно, в спину им так неплохо попали. Так, Панкхай, господи. Так. Сразу нужно против самолетной, то есть РЛС нам остановить. Без них будет очень трудно. Вот, с точку мы получили опять. Так. Вот это нам нужно. Вот этих ребят. Пополнить им снаряды. Так, вот, сразу БМД уничтожен. Сейчас еще раз будет. Вот ракеты откуда-то летят. А, это ЗБД. Смотрите, просто 4 одновременно. Четыре ракеты одновременно полетели.
Я не понимаю, это какие-то управляемые ракеты. Я думал, что это пушка сначала. Так, стоп. Есть. Боеприпас им постачается. Так. Недосекаемости. Он немножко подбит, но это ему не мешает. И ехать, и атаковать нас. Так. Сбоку мы их атакуем. Недосекаемости. Вот-вот-вот, своих я вывел. Ну, мы очень мимо. Очень мимо, очень криво стреляют. И все идет мимо. Вот так. Так, карга уничтожена у нас. Так, это как? А, они попали в одного, и сразу несколько было уничтожено. Так. Так, Чарли, они пока держат Чарли. Уже отъехали. Так, где их не все танки? Поддержка танки. Можно, конечно, сделать раш с помощью Чомахо. Но нам нужно их сохранить к более... Ну, более другим временам, которые будут там похуже у нас. Нам еще нужно штурмовать это Кравцуку или Владивосток. Как его? Кравцуку вроде. Ну, одним словом. Последний опорный пункт противника нужно будет атаковать. Потому что кампания длинная. Так. Что-то врагов нету, не видно. Так. Быстрый марш в эту точку. Для разведки я использую Ми-2. Но не будет полезен. Так, Жанши это обычные какие-то солдаты. С РПГ. Так, вот ВДВ бежит. Так, там Забада может помочь им. Так. Вот так сделаем. Я думаю, мимо будет. Они как-то быстро передвигаются, посмотрите. Так, стоп. Стоп. Ну. Так. Быстрый марш. Вот, Тунгуска как раз там стоит. Ну, эпичный прорыв был вражеских войск, но он был обречен сразу на провал, потому что мы сделали очень хорошо. Ну, я организовал очень хорошую оборону с помощью Type 78R. Они РР, то есть они использовали обычных ребят с РПГ. Потому что я думал их использовать сначала как отвести в резерв, то есть. Так, это что по нам так? Вот. Эти ребята. Быстрее убегайте. Так. Смотрите, ёпта. И сразу ракета еще попала. Т-80. Так, быстрый марш. Они пытаются что-то сделать. Контрудар какой-то? Или что? Нет, я своих все же наверх высажу. Так, ЗБД. Вот ЗБД пусть сейчас вылезут и начнут по ним стрелять, по вражеским войскам. Да. Вот. Одни уже прилегли. Смотрите, 20 очков ВДВ нам дали. Вот и артиллерия. То есть минометы накрыли. Так. Секунду. Так, все, продолжаем. Так, наши танки здесь должны захватывать точку. Пусть рассредоточатся, эти пусть ищут врагов. Так, турконкурс. Вот эти ребята опасные как раз.
Ох, по одному выстрелу пошло. Это что у них? Это у них вертолеты так упали? Почему звуки вертолета-то есть? А, это этот парень. Так, сектору Кавалерова. Вот, Кавалерова, кстати. Тунгуска там. Так, быстрый марш. Так. Пусть наши войска наближаются. Потому что если мы сейчас их не выведем с точки, а то на 75% времени уже истекло. Будет потом проблематично, потому что 11 ходов мы уже пропустили, еще 7 осталось. Так, наши танки едут. Большой боевой дух. Но пока, конечно, первые не подрвут. Так всегда. Так, стоп. Так, ракеты летят. Так. Вот, пошла жара. Есть, и уничтожили. Успели уничтожить? Да, мы успели уничтожить. Конечно, там ребята подошли. Твою мать. Они опять уступили от своей точки. Интересно, где вражеские войска? Так. Нужно, чтобы эта танковая группа выходила вперед. И разведчики также выходили вперед. Так, стоп. Так, ВДВ. ВДВ пока держится. Так. Что это у нас? Это БТР. Обычный БТР. Который нам проблем особо-то не сделает. Ох, ПЗРК игла. Так, это что? Это вертолеты. Так, теперь нужно Тунгуску догнать. Балуемся с ними, кошки-мышки. Так. Вот этих ребят по нам продаем стрела как раз. Нужно фобия их заправить. Так. Быстрый марш. Жалко, что ракетами их уничтожили. Ну, мои танки, 2 танка. Думал там 4 было. Так. 2 минуты осталось, хотя бы одну тангуску нужно догнать. Так, это что? Так, это что у нас? Так, Т-80, а. Так, поразили их. Ну, блин, есть. Одного уничтожили. Без этих танков у них будут большие проблемы. Так, ЗБД. Теперь ЗБД пусть быстрым маршем выйдет сюда. Так, 2 танка у нас осталось, у них паника. У этого парня спокойствие. Так, опять по одному уничтожают. Так. Наши несколько чомахо уничтожены. Так, стоп. Так, это что у них? Это у них Тунгуска, скорее всего. Да, это какой-то ПЗРК. Так. Какие-то звуки странные. Но мы не успеем. Хотя бы, может, Т-80А. Уничтожим. Цель закрытая. Так. Долго передвигаются БМП. Так, стоп. Вот. Так. Наши не пробивают его. Смотрите, не пробивают. Так. Нет. Так, пусть уходят. Я последнего уже не кину. Жалко, мы потерпели большие потери. Мы, конечно, убили ихних Air Recon Coil и Air Assault Coil, но танковый батальон, 3 штуки у них осталось танка. К-29ТВ, но эта разведка уже уничтожена у них.
противовоздушные силы. Посмотрим, что у них. Тур-конкурс. Поддержки у них нет. У Т-80 остались. Так, ладно. Так. Мы им сейчас и так поддержку дадим. Всем спасибо за просмотр. С вами был Дмитрий. Ждите новых серий. Пока. Здравствуйте, зрители, подписчики моего канала. Я забыл, что нам только остается конец хода сделать. И вот мы сделаем сейчас такую многоходовочку. Посмотрите, я беру вертолет. Ми-карго и Ми-2. И все. Мы выиграли. Товарищ генерал-майор, вы принесли китайскому народу полную победу. Противник бежал под вашим натиском, и теперь вы можете диктовать ему свои условия. Поздравляю. Мы это сделали, ребята. Спасибо. Всем спасибо за просмотр. Я попытаюсь объединить видео. Я не думал, что будет настолько легко. Всем спасибо за просмотр. Ждите моих следующих видео. И, кстати, напишите снизу. Многие люди писали о Мэнговаре. Напишите, насчет чего делать видео Мэнвуар, ну там Первая мировая, Вторая мировая, современные времена. Всем спасибо за просмотр. Пока.